Всем няшки, пацаны, вы смотрите прохождение Сёгун 2 Закат самураев. В прошлой серии мы пытались захватить города, но грёбаные союзники оказывались все время впереди нас. И смотрите, как они успевают убегать. Но у них зимние потери, и я потрепал их армию, уничтожил генерала, там, Дайми. Гейш у нас, как всегда, ничего не смогла сделать. Она у нас просто тупо как разведчик. И следующий, я думаю, с кем мы будем воевать, это все-таки, я думаю, это Тоттери. Уж очень подозрительно они смотрят на нашу столицу, которая не защищена вообще никак. Захвату, как говорится, не хочу. По идее, надо возвращаться назад. Пытаться возвратиться. Но по пути, конечно, не помешало бы вот это поселение захватить. Киот, тем более, это же столица, блин. Так, ладно. Сохраняемся, попускаем. Мы пока ничего не можем делать, мы не знаем, что произойдет. Но если что, загрузимся, как всегда. Вы, конечно, это не любите, но... А мне пофигу, мне уже надоело говорить. Что я люблю загружаться. Если дается такая возможность, почему бы не пользоваться? Пока вроде бы спокойно, но в Багдаде все спокойно. Надолго ли? Еще один союзник, ой, этот не хочет с нами торговать. Дом. Ополченцев мы нанимаем, да. А что нам остается? Только ополченцев плодить. А куда у наш союзник-то убежал? Ну, убежал, и ладно. А вот этот Минцу, за кого он? Дружба. Ага. А эти что у нас? Так, знаешь что, иди-ка ты смотри, что там происходит. Это важно. Уж очень боюсь я эту армию. И не будем мы тратить на это деньги, мы лучше потратим деньги на наем бичей. Развиваться я не могу, извините, сейчас строить эти как бы постройки. Тут у нас предвоенное положение. Опасно очень все. Ага. Нанимай их, давай. Чем больше, тем лучше. Хорошо, что хоть быстро наймут. Каждый ход по два этих, ну, по две армии. А, не армии это. Войска. Ой, короче, ладно, хер с ним. Не буду заморачиваться. Пока зима. Не стоит мне, конечно, нападать. Зимние потери это очень плохо. Давай-ка ты пойдешь сюда, посмотришь, что там. Угу. Телеграф, железную дорогу. Вот это, конечно, не помешало бы мне захватить. Железную дорогу, блин, а? А у нас просто телеграф, да? Или тоже железная дорога? Тоже железная дорога. Но еще одной владеть тоже, говорю, не помешало бы, тем более столица. Так что давай-ка ты подойдешь вплотную. Но не пересекешь границу. Подождем весны и попробуем атаковать. Я думаю, тут ополченцы справятся. Справятся они, конечно. Ни хрена они не справятся. Так, тут у нас. Тут у нас не могут. Так, давайте отменим. Вот тебя мы не будем строить, да? Один ход. Да. А тут мы построим, потому что мне надоело, что этот город доход не получает. Угу, вот так вот. Блин, город не защищен, это плохо. Одной этой, блин. Катана, блин, Яри. И пока он до сюда дойдет. Это, конечно, будет долго. Но попытаемся. Пытаемся. Я думаю, союзники на нас не будут нападать. Если нападут, это, конечно, подло будет. Ладно. У меня сейчас другим башка забита. Что делать тут? Что делать тут? Не помешало бы еще с союзниками нашими поговорить. Обезопасить, говорится, тылы. Как у нас с нами? Плюс 172. Так отлично. Сбросить добро военную помощь, торговый эмбарго, право прохода, выплаты. Оно просветлит наши головы
и согреет сердце. Я не пью. Мне не предлагать. Так. Право прохода. Давайте мы будем неограниченно передвигаться. Мы же все-таки союзники. Возможно, мы придем к соглашению. Ладно, не хочет. Не будем злить. Нам это невыгодно. Нормально все. И пускаем ход. Что нам еще остается? Пускать, блин, хода. Ну-ка, стоять. Наш синоби обнаружил. Вот ничтожное создание. Ой, блин. Ты что, будешь пытаться уничтожить? Бесполезно это, я думаю. Просто бесполезно. Я лучше я буду пополнять, пока есть возможность. Наплодим их, ну хоть как-то сможем защититься, блин. Хрен с ним, что эти ополченцы. Просто толпой задавим. Тупо толпой. Ой, ё-моё, ох, ё-моё. Какие же вы опасные, сукины сына, а? Пушки, блин. Пехота. Ополченцы, блин. Генералы. Ой, блин. Как это все плохо. Это плохо. Когда уже наконец весна настанет, а? Ой, опасные поцыки, а. Блин. Че мы с кем еще можем пытаться потаковать? Думаю, не согласятся опять. Не а, ждите, нет. Вот видите, я говорю, соглашаются со временем. Какие-то они тут все странные. Тут тоже дипломатия. Хоть и говорят, что они доработали. Говорите, наглец. Доработали дипломатию. А затем я отвечу. Ну, конечно, доработали они. Ну, блин, это Total War тут. Не дипломатия делают, воевать надо. Так, сохраняемся. Пускаем ход. Да, и наконец-то, может, уже весна будет, нет? А наш союзник это... все захватывает... Подожди. Да. Подожди. Убивает иностранцев, других людей со слоем... Блин, только этого не хватало. Политический скандал. Запретить ношение оружия. Хорошо, последи за тем, чтобы оружие носили только воины. И что это даст? В такое неспокойное время у всех должно быть право носить оружие. Не говоря уже о том, чтобы это право священно традиции. Мы не станем ничего запрещать, да. И что это даст нам? Не знаю. Бред какой-то. Вообще ничего. Ладно, хотел сказать, что союзники наши тут все захватывают и захватывают города. Где они тут? Во. Сволочь, а. Союзнички, блин. Тогда вот тем более надо с ними хорошие отношения поддерживать. На всей, как говорится, пожарной. И давай ты уже попытаешься кого-нибудь убить. Не получится у тебя, я просто сто пудов уверен. Даже наследника. Да, я даже не буду пытаться много раз, потому что это бесполезно, просто загружу сейчас и все. Так, лучше мы будем нанимать воинов. Чем больше, тем лучше. Еще, и еще, и еще. Угу. И давай еще одну гейшу, чтобы она тут отвлекала. Еще одна бесполезная баба. Животные инстинкты. Зато она может отвлекать армию, что нам очень понадобится, если война будет. Хотя если война будет, они в один ход спокойно могут перебраться. Ладно, разберемся. Так, как там наш мечник идет?
Долгий у него путь, конечно. Пока дойдет, блин. Угу. Так, ладно. Весна еще не наступила, это плохо. Это плохо. Это что? А, окей. А это кто? Вот это кто такой? Тамба. Владелец. Миядзу. Друг или враг? Миядзу. Вроде как друг, значит не будем тебя трогать. Надо разобраться вот с этим. Хочу захватить Киото. Город-то богатый. Тем более там Сёгу на последнее время влияние увеличится. Вы нет, не видите, наверное. Но тут у императора 88%. У Сёгуна 11%. Но зато у Сёгуна популярность растет. Стрелочка вверх. А вот император падает. Что как бы тоже хорошо повлияло бы на общественный порядок, когда мы захватим его. Так, ты у нас. Ты у нас. Ладно, давай ты пойдешь-ка. Пойдешь-ка. Сюда, потому что я очень опасаюсь. Очень их опасаюсь, и поэтому... Ты у нас хорошо убиваешь, и ты справишься с этим, я знаю. Тут-то ладно, хер бы с ним. Как-нибудь справимся с этой армией огромной. Которая уже восстановилась от потерь. Так, что у нас там с развитием? Один ход остался до пушечек. Но мы сами не сможем их пока нанять. Но нигде. Или можем? Тут, наверное, можем, да? Или тут надо улучшать? Это я не помню уже. Да, по-моему, надо улучшать. Хрен его знает. Посмотрим. Разберемся. Со временем разберемся. Давай уже весна. Сколько можно. Так, тут занимаются. Пропускаем. Куда они пошли, а? Кого ты там заметил? Вот и весна, наконец-то. Угу. А, ну его-то. Ну, он ничтожество может замечать. А вот этот идет вас убивать. Помогать, потому что они сейчас явно идут захватывать. Вот эту вот Миндзу незащищенную. Хоть как-то мы должны помочь. И убьем мы, наверное. Я думаю, сможет убить даже этого Дайми. Как говорится, без проблем. Удивительно. Просто удивительно. Ну хотя бы наследник ты сможешь сделать? Так. Давай-ка хотя бы наследника убей. Если ты что-то вдруг не смог. Удивительно причем. Ну вот, наследник смог. Когда ты уже повышение получишь? Блин, долго еще. Точнее. Ладно, пофиг. Так, ты у нас гей, Шанел. Иди-ка ты вот сюда встанешь. Будешь следить за нашими границами. Инстинкты, блин, животные. И наконец-то весна, мы можем атаковать уже. Стоит ли? Ну, посмотрим. Кто-нибудь там еще подойдет, если что? Да вроде нет. Ладно, давайте попытаемся. Да. Будем пытаться. Война. Только с кем они союзники-то? Вот это я не посмотрел. Стоит ли? Блин, а? А пофигу. Если что, загрузимся. Наш любимый метод. Давай, война. Следите за своими. Мы сами справимся. Мой меч. Ага, отлично. Нам все объявили войну в итоге, все его союзники. Автоматически, тут даже и думать не надо.
И кто в итоге нам войну объявил? Вот вы, маленькая эта хренотень. Вы. И вот как раз те, которые мы... Да. Ладно. Я этого ожидал. И поэтому... Ничего страшного. Как приятно увидеть. Ничего страшного. Будем отбиваться. Что делать? Армия, конечно, у них бешеная. Да. Не. Ну ладно. Не беда. Я не боюсь воина Обамы. Не бояться, не страшаться врага. Наша главная цель это, конечно, Киото захватить. И пропускаем ход. Ай, блин, на что я подписался, а? Полководец. Да нет, не нужны нам сейчас полководцы. Денег на это тратить. Деньги. Свои последние. Этот говнюк захватил еще один город. Можешь ты... Не, наследник, а где-то дайми-то. Куда он пошел? Слушай, мне не нравится. Блин. Наверняка пошел сюда, да? На меня атаковать. Ты кто? Мир. Знаем мы ваш мир. Давай, захвати. Да, даже не буду сам пытаться занять без боя. И уровень повысил. Давно уже было пора повысить уровень. Давай-ка, что мы можем с собой сделать? Натиск, рукопашная атака. Сколько тебе? 33 года. Молодой еще. Так. Виски. Должно быть, это шотландцы. Должно быть, эти шотландцы суровые воины. Перемещение отрядов на стратегической карте. Минус 7%. Рукопашная атака плюс 2. Чё-то он, блин, на алкоголь подсел. Смотрите, у него одна бутылка. А, не, подожди, это бутылка с хлороформом. Ты ничего не почувствуешь. Скорость пополнения всех отрядов под началом этого командира. Плюс 5. Скорость и натиск, и либо пополнение. Не знаю, что нам нужно. Наверное, все-таки рукопашная атака, потому что мы очень часто рукопашную атаку схлёстываемся с противником. Да, пусть еще будет рукопашная атака. Угу, не помешает, как говорится. И оборону можете опять качать. Или атаку. Вероятность обнаружения. Командование в атаке. Скорость перемещения всех отрядов. А пополнение где-нибудь есть? Доступно. Командование. Сбор. Блин. Зато позволяет вести бой ночью. Да, давайте попробуем это. И... И вот командование в атаке и скорость перемещения отрядов тоже не помешает. Полезно очень. Ночную атаку. Враг не будет ничего видеть, зато мы будем. И мы захватили столицу. Это вроде стоит, столица же ведь.
Город-замок Киото. Черно как-то странно тут называется. Да. Ну да, столица. Ладно, чё. Но мы развязали войну. И охренеть, как мы ее развязали. Вот меня очень беспокоит, где та армия огромная, которая здесь была. Не пошла ли она к нам? Куда она вообще делась? Ну а ты давай, ты сможешь, да? Нет, уже ничего не сможешь. Тогда ты вот сюда иди. Смотри, что тут происходит. А мы тут попытаемся еще пополнить армию. Чем больше, тем лучше. Опять же. И опять же ополченцев, да. Ага, вот уже видите, как в короткий срок, сколько мы собрали воинов. Ну блин, они, правда, бесполезные. Хотя не бесполезные, вы видели, как они сражались, блин. Всех в бегство обращали. Но надо, что стрелять умеет, и это главное. Да-да-да, это наши. Наши. Давайте пытаемся восстановить торговлю. А то тут некоторые обиделись на нас. Ты хочешь? Нет, ты не хочешь. А ты хочешь? Ты на это тоже не хочешь, да? Ну и пошли вы нафиг, а? Обидели вы меня. А, с вами мы еще можем. Ну-ка. Это приемлемо, ну-ка. Отлично. Good, good. Ну и все. Больше ни с кем. Сохраняемся. Попускаем ход. Что-то как-то игра стала очень быстро развиваться так. Если в прошлых сериях у меня медленное развитие было и по чуть-чуть так захватывал города, то сейчас очень быстро все развивается. Уже видите, как галопом по Европам прошлись. Ну, да, игра уже начинает ускоряться. Скоро будет такие битвы, такие войны. Дом на дом. Я даже думаю, что даже союзник мне может войну объявить. Я тут слишком наглею. И давайте с ним попытаемся право прохода организовать на бесконечный срок. Это было бы нам, это нам не помешало бы. Право прохода не ограничено. Вас, мой достойный друг. Что вы, это приемлемые условия. Отлично. Ну и замечательно. Хоть не буду волноваться теперь. И отношения повесить. Теперь у нас 181 плюс. Класс. Это меня радует. Сохраняемся, пропускаем ход. Тарам. Вражеские корабли напали на торговый путь. Ну, сволочи, а? Где там наши корабли были? Вы сможете их победить-то? Кто это вообще такой? А, блин. Опасно. Можем флот потерять. Ну-ка. Ладно, с флотом мы разберемся. Сейчас надо посмотреть. Хотя бы, может, морскую по сражению покажу. Вот, что я хотел показать. Вот они где. И они идут давать нам люлей. Не понравилось наше вот это вот. То, что мы устроили. Дайми. Может, ты уничтожишь Дайми, а? Пожалуйста. Пожалуйста. Опасный противник, а? Давай. Давай, давай, давай. Бегом, бегом, бегом. Замечательно. Просто класс. Ну, вот теперь вы пострадаете от этого. И что у нас там? Строительство как? Нормально. Восстановили. И тут у нас, вот они тут еще. Нет, и денег не хватит. Ну давайте попробуем. Может, даже бой успеем провести, хотя время уже поджимает. Ну хоть какой-то бой за эти две серии. Не знаю, посмотрим. Смотри, какой у них флот. А, у них флот такой, что может уничтожить нас. Корвет, блин. Хотя. Но они у них просто обучены. Корвет. Блин, вот это плохо. Вот морские битвы у меня всегда хреново получались.
Ай, блин, так же, как и нападать на поселение. Ну давайте попробуем, что. Что делать? Тоже мне будут еще заграждать нашу, блин, торговую это по морю. Блокировать. Да, тем более вот покажу морское сражение тут. Ой, нафига я жду начать. Вот они какие современные корабли. Как всегда, они песню там поют. Ну, что прекратились? Вот он еще, блин. На этом, блин, на паровым. Паровой двигатель, блин. Ну-ка, ты что? Обычно это. Ой, господи, сколько тут всяких добавились, блин, это. Что такое? Стоп. Полный вперед. Залп, ну это понятно. Залп носовых орудий. Снаряд. Че? Разрывной снаряд. В чем разница? Дайте мне почитать про это. Снаряды с мощной взрывчаткой весьма эффективны против кораблей с деревянной обшивкой и малочисленных команд. Ну-ка, дальше что? Ну давай, давай, давай. Низкая точность стрельбы и малая зона поражения. Идеальное средство в бою с группой кораблей. Так, ладно, а этот? Этот что? Стандартный заряд. Ну ладно. Чугунные снаряды без взрывчатки неплохо пробивают деревянный корпус. Тоже неплохо. Средняя точность стрельбы хорошая, проникающая способность. Я сейчас ненько проиграю, потому что я даже не знаю, что надо делать. Перегрев двигателя. Ладно. Это что может делать у нас? То же самое, да? Вы ничем не отличаетесь. Понятно. Ясненько все с вами. Так, подальше немножко встаньте. Друг от друга, чтобы не стрелять. Показать им, как дерутся настоящие воины. Пора, пора. Перегрев двигатель, что это дает? Скорость корабля повышается. Быстрая перезарядка, это что? Перезарядка увеличивается, отлично. Временно снижается, понятно. Это хреново. Так, ладно. Тогда мы сделаем вот так, если они так стоят спокойно. Господи, как далеко мы от них. Как мы от них далеко. Вот так вот мы пойдем. Сзади их пытаемся атаковать. И ты сюда плыви. Так вот. Подожди. Еще и кораблем можно стрелять от первого лица. Охренеть, блин. Это что, блин, корсары, что ли? Реально. Охренеть, а? До чего техника дошла? Ой, выйди, пожалуйста. Не мучи меня. А ты? Тоже можешь? Точно, блин, корсары. Ой. Стрелять по своим. Не, пусть сами стреляют, я не умею. Ну, ускорим. О, господи, как это. Так. Что-то активизировались уже. А у нас уже обстреливают. Круто. Нас уже обстреливают. Боюсь, что командующему грозит опасность. Да я знаю. Мы все равно проиграем. Успокойся. Давайте разрывные попробуем. Уё. Тихо. Не надо нас топить. Сволочи, давайте вы побыстрее.
Вы обычный снаряд попробуйте. И вот так вот как-нибудь. Главное двигаться, а не стоять на месте. Вот они сейчас, блин, получат люлей. Вот сволочь, а. Но мы тоже стрелять умеем. Побыстрее, побыстрее, давай. Ай, сволочи. Пацаны, что делают, а? Просто уничтожают наш корабль. Да, видите, повреждается там еще бок. Сейчас дадут, короче, люлей. Опа! Он еще и загорелся, отлично. Вот это вот очень хорошо. Отлично. Так, и ты давай обстреливай их тоже такими же снарядами. Попытайся, по крайней мере. Боюсь, что командующему грозит опасность. Да пофигу на командующего, ты главное. Блин, а сдаются, сволочи. Это плохо. И эти тоже сдаются. Ну все, видите, не получилось. Ай, плохо. Подожди. Вот нахрена они сдаются, да, когда корабль противника разваливается на куски. Не буду ничего говорить. Ну, хотя бы не уничтожили. Что это тоже хорошо. Да, просто встань тут. Переобучим тебя. Становишься. Как там, вроде так надо. Ага. Вот так вот. Ну и все. Ничего страшного не произошло. Но мы хотя бы поняли, как выглядят морские битвы. И что стоит от них ждать. Может, нам еще в будущем это понадобится. Когда мы наберем уже большой флот. Я просто в Сёгуне 2 тоже морские битвы проводил. Когда целую там арманду, блин, флотилию целую собирал. Но тут, видите, по-другому все тут. Без пушек, блин. Правые двигатели, блин. Ладно. Иди назад. Сюда. Потом мы дадим просраться. Все в порядке. Тем более они сейчас не могут пополнять. И у них. Да, видите, все-таки один флот у них, вот корабль уничтожен. Что замечательно. В следующей серии мы дадим им просраться. С двух сторон зажмем протобродиком. Все будет в порядке. Так. Тут у нас это уничтожил, да? Ну да, все, пора заканчивать. Все. Спасибо за просмотр, друже. Увидимся в следующей серии.